Глиняные грузила греки использовали не только в рыболовецком промысле, но и для изготовления тканей. В такие пирамидки вдевалась нить. Пряжа натягивалась, и рукодельница создавала ровное полотно. Ткацкие грузила различались по весу. Легкие использовались для закрепления шелковых и льняных нитей, пирамиды потяжелее для шерсти. По словам специалистов, каждый груз уникален. На многих грузилах для ткацкого промысла нанесены клейма. Есть клейма простые, то есть оттиск ключа или оттиск пальца, а есть клеймы очень такие, я бы сказал, серьезные, можно сказать, даже художественные, типа изображением там вооруженного воина гоплита или головы одной из богинь. А это грузила, известные каждому рыбаку. Они использовались исключительно в морском промысле. Самые древние экспонаты датированы 5 веком до нашей эры. Однако с тех пор изменился лишь материал. Современные рыбаки тоже их используют, только они сейчас в данный момент свинцовые, железные, для донок, для закидушек, для притопления крючков. Всего в музейном фонде хранится более 1500 древних грузил. Часть из них можно будет увидеть на открытии «Ночи музеев». В субботу запланирован целый ряд мероприятий – познавательные экскурсии, интерактивные площадки и необычные мастер-классы. Всех с удовольствием ждем. У нас будут мастера декоративно-прикладного искусства, которые будут проводить для посетителей мастер-классы. Это и хождение по стеклу, и античный танец, и изготовление хлебных изделий по античным рецептам. Ночь музеев стартует в эту субботу в 19 часов. Торжественное открытие пройдет в Анапском археологическом музее Горгипия. К акции также присоединятся и библиотеки города. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион.